Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами рисовать девочку-скейтбордистку, которая катается на скейте. Сначала мы рисуем лицо ей. Ухо. Девочка у нас будет в кепке, поэтому рисуем ей кепку. Козырек. И рисуем ей второй глаз. Носик я рисую. И рот. Девочка на скейтборде едет, поэтому волосы у нее будут распущены и развиваться будут от ветра. Так у нее где-то скейтборд идти. Thank you.
прорисовываем кофточку. И нам осталось нарисовать еще скейтборд. Колеса рисую. Красным желтым цветом лицо, руки и ноги. А теперь красим оранжевым цветом. Вот я разукрасила уже, теперь красим брови коричневым цветом. Глаза мы покрасили коричневым, губы красим красным. Кепку красим голубого цвета. Здесь синего. Волосы красим коричневым цветом. Кофта у нас будет голубого цвета, а вот это белое будет. Носки у нас... Носки красим тоже голубого цвета. Скейт у нас будет оранжевого цвета. Здесь посветлее, а здесь потемнее. Сверху. Такой скейт получился, теперь нам осталось нарисовать только шорты. Здесь мы рисуем голубого цвета шорты. Это такие, как нитки будут на шортах. Здесь мы нарисуем синего цвета. Даже не синего, а больше фиолетового лучше. Такого. Вот такая девочка, которая катается на скейте, у меня получилось. Подписывайся.